Так, у нас завтрак. Всем доброе-предоброе утро, ребят. Мы завтракаем. Блинчики опять. Кофе. Вот. Да, и кофе. Очень вкусное. Ну, с таким вот сиропом. Очень вкусно. Мед и сгущенка. О, привет. Дед Папа пришел. Здравствуйте. Привет, привет. Всем приятного аппетита. А я со сгущенкой. Какой? Жирный такой слой, палец, два, сгущеночка. Конечно же, суббота у нас не начинается без того, что мы не посмотрим квартирный вопрос, поэтому мы лежим, смотрим. Обычно мы завтракаем, мы смотрим, но сегодня не получилось завтракать и смотреть, вот поэтому мы покушали и сейчас сидим, смотрим школу, не школу ремонта, а квартирный вопрос. Вот. Что? Ошиблась. Совсем чуть-чуть ошиблась. Так, мы пьем кофеек перед выездом, хотя фотографии смотрят. И поедем гулять. Куда мы поедем гулять? Мы поедем... Нет, не говорим. Мы приедем, и потом... Ну да, я не буду говорить. Я единственное скажу, что мы туда ездили очень много раз. Мы там машину все время оставляем. Но мы там никогда не гуляли. Я даже не знаю, как такое может быть. Мы все время хотели там остановиться, мы постоянно там останавливались, но никогда туда не заходили, и когда мы мимо проходили, Ваня говорит, ой, надо в следующий раз туда зайти, мы там никогда не были, надо туда зайти. Сегодня настал тот день, когда мы туда в конце концов дойдем. Потому что жить рядом с Барселоной и побывать везде, а там не побывать... Ну, у нас еще есть места, где мы не были. У нас очень много мест. Мы как сапожники без сапог. Живем в таком месте, и в очень многих местах мы не были. Нас не было. Многие приезжают с других стран, чтобы побывать, чтобы посмотреть, а мы живем здесь, вот, рукой подать, и не были. Короче, стыдоба. Не, ну мы в самых, как бы... проходных, или как это говорится, самых популярных... В самых популярных местах, конечно, были, но... Такие немножко отдаленные, уже мы там не были. Но куда мы сейчас едем, это популярное место. Ну, не знаю, почему мы там не были. Да, туда ездят люди. Я видела там много людей, которые да. фоткаются. Кроме нас. Да, кроме нас. Я снимал. Все. Собираемся и выходим. Ребят, вот здесь находится бассейн, вот прям вот за этой стеной, и когда прыгаешь с вышки, то видно всю Барселону, и кажется, что ты прыгаешь прям в саму Барселону. Это невероятное такое зрелище, здесь проходят различные соревнования. Олимпиада здесь проходила? Да. И здесь проходила Олимпиада, чемпионат мира был здесь по прыжкам в воду. По прыжкам в воду, чемпионат мира, и... Я там никогда внутри не была, потому что туда просто так не зайдешь, мне кажется. Но когда в интернете мы искали фотографии, смотрели, это безумно-безумно красиво. Вот представляете, так вот, как бы сделан так вот бассейн. За бассейном сразу идет вид на всю Барселону. Вот здесь вот эта вышка. И когда вот спортсмен вот так вот прыгает, то кажется, что он прыгает прям в город. Вот. Это безумно красиво. Мы, кстати, подъезжаем. Мы сейчас... возле фуникулера, да? Угу. Да, здесь вход в фуникулер. Вот, мы находимся на Монжуик. На Монжуике. Такой вот... Гора. Гора, да. Такая вот гора Монжуик. И здесь проводятся соревнования. Здесь есть спортивный комплекс. В принципе, вот сюда мы... Кстати, здесь чувствуется осень, ребята. Вот эти вот деревья... Они пожелтели, и сейчас вот едешь и чувствуешь, да, сейчас осень, не лето, хотя 27 градусов тепла на улице, но вот эти вот желтые деревья все-таки придают какое-то вот осеннее настроение, осеннюю погоду. А едем мы смотреть, на что мы едем смотреть? Сейчас покажем. Блин, я не знаю, пройдем мы сегодня туда или нет, потому что там какое-то мероприятие проходит, телеканал детский, Супер Трес называется, это такой каталанский канал, каталонский, потому что там все говорят по-каталонски, Дима, мой брат родной, очень любит этот канал, Супер Трес, в переводе Супер 3, вот, и там все, там что-то происходит, но я думаю, можно будет зайти, там много детей, блин! Димку бы сюда.
Если бы мы знали, слушайте, Дима был бы счастлив. Так потому что это, я думаю, это праздник для детей устроен. Канал же детский. Ну да. Так. Так, надо припарковаться. Эти вот дети, такое ощущение, что они на машинах едут. Ну правильно, родители детей привозят. И здесь машину, короче, мы сейчас будем искать паркинг, и я думаю, мы будем искать его долго, хотя, возможно, нам повезет. И мы припаркуемся. Даже вот там, смотри, все забито. Там вот паркинг, и там все, при все вот, забито. Наверное, я думаю, платный паркинг. Мы все-таки будем искать бесплатный. О, место есть. Где? Ага. Показалось. Смотри, здесь что-то играют. Угу. Хоккей играют. Хоккей? Ага. Прикольно. Ай, это для инвалидов, это тоже. Это тоже сюда нельзя. Вот машину эвакуируют, не там встала. Вот не повезло хозяину. Сюда? Нет. Это остановка. Это остановка. Сейчас вот этого тоже заберут. Да? Угу. Что-то далековато вот уехали. Единственная проблема в Барселоне, и я думаю, во многих странах, это с паркингом. Блин. Вот место. Надо как-то развернуться и да, там поставить. Да, мы будем туда войти. Я хочу с другой стороны зайти. С другой стороны? Ну давай с другой стороны подъедем. Ой, пешеходы. А вот и детки, я конфетки. Я здесь не еду с этой стороны. Да? Угу. Ну вот как раз будет у нас такая мини-экскурсия. Мы проедем там, где не ездили. Как грязно, мусор. А потому что много людей, а мусор-то раз в день вечером, по-моему, убирают. Они уже успели все загадить. Полиция у нас везде. Куда нам? Туда. Такие у нас полицейские. Ну, именно это не полицейские, а, ну, как бы полицейские, но которые гаишники будут, да? Гаишники? Ну, не полицейские, они так же. Тут нет именно такого, что были полицейские, которые только на дороге. Дорожных. Mm, как есть... бы есть трафик, но они сидят в офисе, они не работают, они стоят с палочкой. Ясно. Не, ну как бы, когда какие-то происшествия, то, конечно, ну, да, обычная есть. Полиция локальная, которая именно района, она выступает в качестве гаишников. Ясно. Так, нам сейчас где-то развернуться, да, нужно? Не, мы сейчас поедем, выйдем и заедем с другой стороны. У меня рука устала. Все, мы пришли. Здесь и правда детский праздник. Здесь очень много родителей, детей, различные батуты, различные аттракционы. Все фоткаются, снимают. Шариков много. Полицейские стоят. Какая вообще праздник такая обалденный. Столько всего, столько всех. А... Все. Так, куда мы идем? Туда? Ух ты, смотри, какой батут огромный. Вон там, беленький. Смотри, вон там. Ух ты, здесь есть типа фонтанчика, водичка. Смотрите, сколько народа много. Шарик улетел чей-то. Сейчас возле палатки, и здесь вот люди, дети точнее, вот что-то делают. Еда конкурсы проходят. Они в халатиках. Наверное, физика, что-то с физикой связано, я думаю. Очень много здесь таких спортивных именно аттракционов для детей. Вот там вот они лазят с инструктором. А вот телевизор, то есть их показывают. Здесь выступают именно ведущие этого телеканала. Там различные есть передачи детские. А вон я вижу пиццу. Надо бы туда сходить. Тут от Nestwick тоже разные лазилки для детей. Такой серьезный праздник, я хочу сказать. Такой не глобальный, а такой... Масштабный. Да. Ну мы... Я не ожидал, что здесь будет этот праздник. Ой, смотри, где малые лазят. Поставлены имитированные скалы, и детки по ним... Слушай, как здесь прикольно для детей все. Все, сейчас мы тебя тоже на скалу засунем. Я так и знала, что ты скажешь. Киндеры лазят по скалам. Но они правда такие малюсенькие, особенно вон там он спустился уже. Маленький такой. Здесь есть фотография.
такая вот красивая вышка, она не рабочая. И когда ее построили и выяснилось, что она не работает, не стали ее сносить, а оставили такую как достопримечательность красивую города. Поэтому она стоит здесь для красоты. Это, по-моему, телевизионная, да, была? Ну, предназначалась. Или для телефонов, для сотовой сети. Вот, но она не работает. Но ее построили очень красивой. Поэтому... Сделали в форме такого, как называется, олимпийского огня. Да. Факела. Да, да. Но она не работает, никакую функцию не несет, она просто красиво стоит. Ой, сколько народу! Это шикарная штука. Короче, такая сетка. И она делает этой сеткой много мыльных пузырей. Я когда работала аниматором, мы заказывали на всякие праздники такого человека, который делает такие мыльные пузыри. Это безумно красиво. Особенно, когда это на море, на пляже. Вообще дети были без ума. Как и здесь тоже дети, вон, толпа детей. Сейчас, смотрите. Какая красота. Для детей это счастье. Классно. Место, где бесплатно дают пиццу. Мы Да, мы идем за бесплатной пиццей. По кусочку пиццы дают. Очередь большая. Мы самые голодные. Слушай, ее просто так дают или надо что-то с собой иметь? Наверное, ребенка надо иметь с собой. Сейчас чего-нибудь возьмем. Тут много. Чего-нибудь ребенка? Ну, да, так, где есть ребенок без родителей? Нету. Нам нужно пить. Ой, мы, кстати, покупали, у нас в Меркадоне такая пицца продается. Очень вкусная. Или бесплатную пиццу. Я уже откусил. Ваня уже откусил. Горячая такая, слушайте. Классно. Ребята, здесь кормят. Пошли сейчас пошли по второму кругу. Не надо нагреть. Ладно, пошли там где-то покупаем. Где-то сядем. Зачем сидеть? Как она вкусна. Кажется, тебе больше кусочек дали, человек. Тебе два дали маленьких, а мне один большой. Я сначала подумала, что она два кусочка нам дала. Ну, и я думаю, ну все, и ухожу. Она говорит, а тебе не надо? Я говорю, надо, и она мне дает еще кусочек. Ладно, мы будем, у нас перекус. Всем приятного аппетита. Наконец-то дошли до Олимпийского стадиона. Здесь проходила Олимпиада в 92-м году. Вот фотографии. Все призеры написаны. Да, и все, кто выиграл медалью. Класс, ну что, пойдем туда? Ой, слушай, за там тоже все занято. О, там? А там что? Ой, боже, сколько людей. Кстати, проходят эти вообще. А, большие игры здесь проходят. Когда они приезжают в Барселону, то это здесь. Класс. Какой он огромный. Там какой-то концерт. Концерт от Супер Трес. Поднялись немножко и нашли, где сидят комментаторы. Смотрите. Вот их место. Они как бы в таком закрытом помещении. Вот здесь. Они все рядом сюда, да? Классно. Получается, да. Все прикольно. Все еще выше. Ой, классно. Отсюда вообще круто видно. Да. Никого. Но здесь прикольно. Нашла шарик ничейный. И он летает. Я шариком, ура! Вот счастье, полные штаны. Счастливая Катя. Забрала у бедного ребенка шарик и... Да я шучу. Я его нашла. Это мой шарик. Это мой шарик. Угу. Вот этот музей национального искусства Каталонии. Каталонии. Да. Мы там всегда ставим машину. И сегодня там оставили. Да. Ну,
Надо будет сюда приехать, когда здесь не будет этого праздника. Чтобы все посмотреть. Ну так, в принципе, неплохо. Хоть пиццу на халяву поели. Я понял, мы сюда приехали, чтобы пиццу покушать. Так, ну давай теперь тебя на батут отправим, попрыгаешь немножко. И миссия будет выполнена. Катя сейчас предлагала шарик ребенка, он не захотел. Два ребенка не захотели. Вообще, как-то не так предлагаю. Давай мы сейчас покажем, как ты предлагаешь. Так, где дети? Видишь ребенка? Давай к полицейскому подойдем и ты скажешь, хотите шарик? Нет, не надо. О, Катя справилась. Она испугалась. Ну, конечно. Катя так предлагает. Хочешь шарик? Девочка чуть не описалась. Саня, не надо. Девочка рада была. Она сначала застеснялась. Сказала нет. Я говорю, точно? Хочешь? Она говорит, да. Я говорю, держи. Ну, счастливая была. Ну, не настолько счастливая, как ты была, когда ты шарик нашла. Нужно радоваться в жизни самым мелким мелочам. Запомните. Мелким чем мелочам. Больше, чем вы... Да, что-то не то сказала, ладно. Чем больше вы радуетесь, тем больше позитива в вашей жизни. И тем лучше. Радуйтесь всему. Даже такому банальному шарику. Это классно. Все, теперь нам нужно идти. Кстати, метро. А ты знаешь, где мы пришли, откуда мы пришли? Нет. Не знаю. Все, пошли. Сейчас уже в метро, и мы уже выходим отсюда. И я хочу вам показать, тут такая скульптура интересная стоит. Смотрите. Железный человечек. Так, Ваня. Отличный машинист. Пойдем, где нам? А? Магазинчик. Магазинчик. Давай посмотрим. Магазинчик. Что у нас в магазинчике? Соки, водички, жвачки. Кстати, я тоже, да. Здесь так вот все. Цены, конечно, не совсем. Бутылка воды €60, которая стоит 30 центов. Цены это ужас просто. Ладно, все, пошли. Нам здесь ничего не надо. Так, выходим. Опа. Вышли. Сейчас гуляем по любимым Ваниным магазинам, все, что связано с фотоаппаратами, с камерами. Вот, мы хотим найти стабилизатор, чтобы хорошие видео снимать, и хотим еще один объективчик прикупить, такой классный тоже для съемки, для бьюти-канала. Ваня там... Потому что я не особо в этом во всем разбираюсь, и как бы у меня есть фотик, я им фоткаю. Обрабатываю, вот, а Ваня больше по таким техническим вопросам разбирается. Там сейчас спрашивают, разговаривает. Я стою, жду. Так. Ну, вообще, это рай. Здесь столько штативов, различных освещений, различных оптик. Вообще, камеры. Оно есть тут такая, как у нас? Да, вот она, 70D наша. Уже продают новогодние коллекции, смотри, какие классные чашечки, вот эти вот. И скатерть красивая. Не, вот эти кружки круче, смотри, какие классные. Merry Christmas! Офигеть, смотри, это скатерть. 46 евро, ребят, стоит. Вот. Ой, какие снеговички красивые. Вообще, я люблю вот этот весь новогоднюю декорацию. Мне кажется, это безумно классно, красиво. И очень так тепло, и по-домашнему. Смотрите, как красиво оформлена кровать. Все сдержано, и такие яркие пятна красные. Красиво. Мы голодные, мы пришли покушать в удон, китайскую лапшу. Нам она очень понравилась, когда мы кушали. Мы, кстати, садимся сейчас туда же, где мы сидели, когда первый раз пришли пробовать. Садимся. Ой, стульчики классные, прикольные. Опа. И сели. Так что ждем наш заказ. Палочки. Палочки. И кока-кола. А там продаются сумочки, сумочки Michael Kors. Классно.
Сижу, смотрю. А вот и наша вкуснятинка приехала. Всем приятного аппетита. Это очень-очень вкусно. Затащила Ваню в Сефору. Он сзади идет в телефоне, смотрит. А я иду по магазинам. Здесь нельзя, кстати, снимать, так что я выключаюсь. Мы с Ваней немножко разделились. Я сходила там в один магазин, Ваня пошел в другой. О, вот он как раз вышел. И мы сейчас пойдем уже в метро и будем ехать домой. Нагулялись мы уже, так сказать. Че, пошли к метро? Ага. Че, посмотрел, как называется? Да, он сказал, что их на сайте нет. А, то есть это нужно сюда приезжать, да? И еще плюс на них сейчас скидка. А, это со скидкой он так стоит? И до какого числа скидка продлится? Пока не продадут их. Ясно. Ребятки, мы уже дома сейчас, будем пить вкусный чай и смотреть «Хочу к Меладзе», которые собирают мужскую группу. А мы очень любим эту передачу, очень нам понравилось, и мы, пожалуй, каждую субботу ее смотрим. Так что покормила Пумочку сметанкой. Пума, ты наелась о сметанке? Наелась, я скажу, ее сметанки. Че ты замерла-то? Ты смотри, как она замерла. Зай-зай-зай! Смотри. Я затормозила. Умничка, моя девочка. В правильном месте точит ногти. Ты же моя красавица. Вот, ладно, будем пить. Ой, господи, Васенька. Будем пить чай, а то он сейчас будет уже остынет, будет остывать. Вот, все, заключаем, поехали. Ага, смотреть. Ю-ху. Ваня сидит там, смотрит видео про различные объективы. Вот, а я сейчас иду в ванную и будем ложиться спать, так что всем спокойной ночи и всем пока-пока. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.